Одеяло работает. Работает. Тягает. Ух ты. Рычит. Это щенки от Малибу и Альмы. Через 2 дня будет месяц. Они в продаже. 4 палевых, почти белых, и 2 черных. Палевые 2 мальчика, 2 девочки и черненькие мальчики. Мамочка, дай молочка. Щенки кушают уже корм специально для щенков. Мамочку кушают. Бежит ко мне. Это черненький. Давай тебе обратно отправлю. Любопытные они сейчас будут ходить, проверять, нюхать. Все как положено щенкам. Белые вообще, чисто-чисто белые. Редко когда такие бывают, чисто белые. Кушать хотят. Их нужно больше кормить, они голодненькие. Больше, да, Люда? Конечно. Назад, детки ждут. Детям еще месяца нету. 4 белых щенка. И черненькие, 2 черных. А беленькие какого пола? 2 девочки, 2 пацана. 2 девочки, 2 мальчика. А черненькие мальчики. Да. Я уже обратила внимание. Да. Вот такие вот. Белые, чисто белые. Дети Малибу. И Альмы. И черненькие. Они будут скоро в продаже. Очень-очень светлые. Мне нравятся такие щенки. Мама очень заботливая, очень много молока у нее. Целый табун деточек. Они уже кушают корм. Не только мама, но и кушают сухой корм, специально размоченный. Питаются щенки хорошо. Пошла жара. Спрятала сиськи. Сиськи спрятала. У них когти, вы обрежьте обязательно коготочки на передних лапках. Обязательно. Конечно, потому что они ее разрывают этими коготочками. Чуть-чуть буквально. Я вам сейчас покажу. Покусали меня.